Друзья, находимся в Мальте, город Сан-Лучиос, да, как он? Сан-Джулиос. Сан-Джулиос. Только что мы сюда прибыли, вот видите, здесь у нас вещи еще разложены. Зашли вот в эту кафешку, хочу цены сказать на эти суши. Так, сколько, 6 штук? Сколько? Ну, такие роллы у них разные есть. Вот здесь сколько штук? Здесь 6 на 4, 24. 24. Сколько стоит 24 штуки? Приблизительно 12 евро. 12 евро. Да. То есть 24, вот такая, в общем, миска этих суш стоит 12 евро. Фило дела. Посмотри, вкусно, нет? Такая вот кафешка. Тут еще самое интересное, вот в чем, друзья, сейчас я вам покажу. Дело в том, что мы сюда зашли не просто поесть, но еще и зарядить батарею. Я специально сел вот рядом с розеткой. Но оказалось, вот смотрите, что происходит. То есть эти розетки сюда не входят. Здесь какие-то другие розетки. Я сначала думал, что в этом виноваты японцы, которые здесь работают. Вот, но они сказали, что мы ни при чем. И говорят, здесь на Мальте везде другие розетки. Вот такой прикол. Поэтому теперь придется брать эти, как его, переходники, в общем, придется брать. Какие его дела? Что, пока все нормально? Вкусно? Пока все. Смотрите, Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд. Солнечную Калифорнию.